Встреча лидеров мировых держав напомнила жителям Финляндии о необычном феномене. У него даже есть название «Дух Хельсинки». Все исторические переговоры заканчивались там положительно. В 1975 году, например, в столице Финляндии Леонид Брежнев и Джеральд Форд положили конец холодной войне, подписав Хельсинские соглашения. Он представлял собой документ, состоящий, ну, как бы из трех корзин, как принято говорить. Первая корзина – это по нерушимости границ в Европе. То есть де юре закреплялся тот статус европейских государств, который сложился на момент окончания Второй мировой войны. И вот всех тех перипетий, связанных с государственным строительством Германии, там, ну и так далее, на территории Европы. Вторая корзина, она касалась экономических, социальных и гуманитарных вопросов. А третья корзина, она касалась так называемых прав человека. Хельсинским соглашением Брежнев подтвердил нерушимость границ в Европе и закрепил итоги Второй мировой войны. Государства обещали воздерживаться от применения силы или угрозы. Советский Союз таким образом стоял у истоков ОБСЕ. Организация появилась сразу после Хельсинского соглашения.